Ася, у нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейкоб Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо, и двигатель стал работать с перебоями. Дендерс и я попробуем добраться до топливного отсека, посмотрим, что к чему. Там был конец записи. Черт, тут происходит. Это же Хендерсон! Он спятил! Вырывает! Он вырывает себе зубы! Хендерсон! Бога ради! Боже! Он умер! Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи, зачем он это сделал? Я не понимаю.
Отключай, Денверс. Отключай. Инженерный журнал, говорит Темпл. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом. Нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Темпл, конец связи. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработало, Айзек. По датчикам у нас только 4 запаса топлива. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то.
подключилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Зона гравитации. Зона невесомости.